Всем хочется знать, кто ты. Кого они видят, глядя на тебя? Каждый видит то, что хочет видеть. Джингис ищет партнера для игр в карты. Он ищет сообщника. Айшан ждет того, кто освободит ее. Али ищет противника, чтобы свергнуть его. Он самый опасный среди них. Бахар. Бахар ищет любовь. Не переживай. Они смотрят на тебя, но не узнают. А ты знаешь их слабые места. Но ты... Кого видишь ты, когда смотришь на себя? Кого? Доброе утро, начальник. Я не хотела беспокоить тебя с утра пораньше. Вернее, Камиль сказал не беспокоить. Шабнем. Кофе принести? Пиджак. Нет, не этот. Этот отнеси в машину. Принеси что-нибудь спортивное. Я всегда говорю, что тебе идут именно такие вещи. Куда мы едем? Ловить рыбу. Раскопал что-нибудь? Ничего нет, Алибей. Значит, говоришь, ничего нет, да? Не бойся. Я не собираюсь убивать тебя. Говори. Говори, говори. Ничего нет. Я ничего не нашел. Никаких зацепок. Все нормально. Нет. Есть что-то. Что-то за этим скрывается. Я пока не знаю, но что-то точно есть. Я это чувствую. О нем ты ничего не разузнал. А о них? Я пока не занимался ими. Сейчас займусь. Не беги впереди паровоза. Я не давал такого приказа. Как говорится, если хочешь сделать... дело хорошо, сделай его сам. Будешь уходить, закрой дверь. Понял меня? Закрой дверь, не забудь.